Теперь мы должны с вами настроить товары с избранным функционалом. То есть он уже есть, мы закачали этот весь функционал, но давайте мы подстроим товары с избранным функционалом, то есть функционал добавления в избранное. Переходим в консоль, здесь есть вкладочка вот такая, и выбираем список желаний. Я буду брать сайта образца, настроечки все. Ajax загрузку и ставим Yes. Все, здесь просто сохраняем изменения в первой вкладке. Их всего три вкладки будет. Переходим во вторую вкладку. Здесь мы просто должны название поменять. Здесь вводим название, значит, в избранное. Добавлен в избранное. Посмотреть избранное. В избранном. Все, сохраняем изменения. Значит, третью вкладку заходим. Избранное. Здесь первый, второй, третий. И последние три делаем. Так. Убираем кнопку расшаривания, потому что выглядит не очень. Здесь убираем заголовок. И здесь ставим добавить в корзину. Все. Сохраняем изменения. Теперь переходим в магазин. Вот, можем кликнуть вот сюда. И все, товар в избранном. Заходим в избранное. И вот он, этот товар в избранном. Можно выбрать, можно удалить его. Удалять можно так, так, все работает. Теперь давайте в каталог джинсы снова перейдем. Опять в этот товар, прямо сюда заходим. И в избранное добавим. Все, он в избранном. И теперь уже в личный кабинет заходим. И тут также товар есть в избранном. Удалить. Все, отлично. Ну, опять иностранные заголовки мы поменяем. Теперь нам нужно настроить личный кабинет, сделать тут кое-какие корректировки.